Приветствую, дорогие друзья, всех на моем канале. Давайте посмотрим послание духов предков вашего рода. Сегодня 17 числа. Что хотят передать, рассказать? Давайте искать карту духов и предков вашего рода. Расклады для тех, кому тяжело. Кого есть проблемы с магическими воздействиями. Ну, смотрите. Женщина в доме. Женщина, как знаете, как хочет, чтобы ваши отношения с мужчиной были бесплодные. Но вы словно очищаетесь кто-то от этого. И как болезнь, очищение от болезни. С глаз гора. Да, вы знаете, здесь у кого-то препятствия. Нити леса. Как? У вас разойдутся с ней дороги. Но тяжеловато, кому-то тяжеловато двигаться вперед, кому-то тяжело морально. Препятствия из-за третьего лица. Чистки кому-то рекомендованы. Знаете, как по судьбе вам какие-то препятствия вот с этими третьими лицами. Карма, отшельник, собака и маска. Притворяется человек другом, близким человеком. Возможно, этот человек одинокий. Вот так вот. Словно кто-то третье лицо лезет в ваши отношения. Из-за этого кому-то тяжело развиваться. Да, и видите, как из-за мужчины борьба. Проявить инициативу вам нужно, очиститься. Кому-то и мужчину почистить. И вас ждет движение вперед. Чистки опять, карты метла, отсекание, выметание, маски. Кого-то в доме. Это запустится бумеранг. Такое послание сегодня вам. Кому-то нужно очищение. Прислушивайтесь. Бывают такие моменты, когда действительно и чистки нужны, и чтобы спасти отношения, они нужны. Здесь как вмешивается под масками. Благодетели кто-то в вашу судьбу, ваши отношения, третьи лица. Игра и очищение. Как играют с вами? Вот такое было сегодня послание. Всего вам доброго.